Привет, друзья! Сегодня у нас 27 июля 2021 года. Небольшой ролик. Как раз в этот период в основном многие формы начинают уже окрашиваться. Поэтому хочу поговорить о такой наболевшей теме для многих, как воробьи. Не секрет, что как только форма, особенно темно окрашенная, начинает приобретать свою какую-то окраску, они тут же начинают ее пробовать и наносят, естественно, виноградарям существенные потери в урожае. Уже говорено-переговорено, это и сетки, защищающие от воробьев рыболовные, это и затеняющие сетки зачастую, это и какие-то фольгирующие диски, которые дают блики, воздушные змеи и так далее и тому подобное. Я уже рассказывал, что я борюсь с помощью пневматического ружья, петарды, шумотехника, вот это. Есть даже пушки газовые, которые разгоняют воробьев, скворцов и так далее. В том году, друзья мои, я приобрел вот такую вот ленту для подвязчика. Так получилось, что я несколько рядов подвязал и забыл. И через недельку начал наблюдать такую картину, что как-то воробьи мой виноградник начали посещать достаточно реже, на порядок причем. Не придал значения. Почему сейчас вернулся? Мои формировки Г-образные. Сейчас заполняем вторую проволоку на потолке. И вот таким вот образом, именно этой вот остатки, у меня буквально осталось там 2-3 бобинки, брал для пробы. Честно, не верил. Вот сейчас заполнил. И вот это вот, вот все-таки блик, который идет, он все-таки таки их отпугивает. Особенно если есть небольшой ветерочек, какое-то колебание листвы, плюс вот этот вот блик от солнца. И они действительно настораживаются и потихонечку слинивают. В том году не придал значения, почему такая картина у меня произошла примерно в эти же сроки. В этом году наблюдаю, что да, и эффект есть, поэтому вот решил поделиться. Пробуйте, может быть, помогает. Если небольшой виноградник, то видел, как ребята, опять же, старые DVD-диски навешивают, либо пленка идет от самих кассет, видео, либо аудио помогает, шуршат. Ну, для себя же говорю, интересная штука, в том году не придал значения. И при том, при всем, что она идет как бы фольгированная, сейчас попытаюсь ее расслоить, то есть она по своей направленности где-то ближе к 110, наверное, достаточно плотная сама пленка. То есть ее еще надо постараться, даже может быть 130 она здесь идет. Вот. И вот такая вот сверху блестящая на основу клеится. Вот она так, наверное, создает этот эффект блика, который настораживает наших пернатых бойцов. Пока все, друзья. Если был полезен, рад. Всем мира и добра. До новых встреч. Увидимся.